Всем привет, дорогие друзья! Это новое видео, а значит новая распаковка. И сегодня мы попали в магазинчик, в котором есть очень много бумажных сюрпризов. А именно сквиши, сквиш-напитки уже привезли, пушин, шоколад, орео, смайлы, пончики, best friends, подушки, канцелярия, логотипчики. Вот, канцелярия, облако мини, цветы, маски для сна, пончики и... коколки. Давайте что-нибудь выберем. Давайте выберем сквиши, напитки. Вот такой вот новенький сюрпризик. Посмотрим, что же там. Выберем Pushin Cat. Мы его в тот раз не выбрали. Дальше мы выберем пончики. Сюрпризик. Подушечки. Орео. Ну и давайте маски для сна. Тут целых две штучки. Это был отпечаток. Открываем. Забыла сказать, что мы еще будем сегодня раскрывать лотерейку. Вот. Такую вот. Нужно найти где $2. И там получим еще один бумажный сюрприз. Открываем. Давайте сначала распакуем вот эту вот лотерейку. Возможно, мы получим какой-нибудь приз. Открываем. И у нас здесь попался доллар. А что же во втором? К сожалению, сердечко. Ну, давайте посмотрим, что же у нас во второй лотерейке. Тут доллар. А здесь тоже доллар. Пойдемте выбирать какой-нибудь сюрпризик. Сейчас мы отдадим вот эту вот лотерейку и давайте поменяем ее. Ее на, например, шоколад. Это новенький сюрпризик. Шоколад, но мы в том видео показывали вот этот вот сюрпризик. Давайте же его заберем. И давайте же сначала распакуем напитки, сквиши. Упаковочку мы с вами уже видели. Ой. Чуть-чуть. Порвем упаковочку. Какой же там сквиши нам попался? И нам попалась Фанта. Вот такая вот она мягенькая. Она была на упаковочке, только в виде бутылочки. Она попалась в виде баночки. Вот такая вот она мягенькая. А дальше мы распакуем. Давайте Pushin Cat. Вот такая вот упаковочка у этого сюрпризика Pushin Cat. Тут нарисован такой вот Pushin, который залез в пончик. Давайте все по насечке откроем. Сохраним упаковочку, потому что она очень нам нравится. И нам попался вот такой вот Pushin, который ест всякие фастфуды из Макдональдса. А что же мы дальше все распакуем? Давайте маски для сна. Вот такая вот упаковочка, маски для сна. Здесь две штучки в коллекции. Просто здесь опечаток такой вот. Видите, опечаток какой-то. Наверное, так было сделано. Но здесь две штучки. Тут такая вот масочка и вот такая вот желтенькая обводка. И что же нам здесь попалось? Вот так. Нам попалось. Такая вот масочка Пупетка. И масочка Пингвиненок. Какие же они миленькие. Давайте еще будем заказывать у магазина такие же сюрпризики. Или вы хотите тоже? Пишите в комментариях. Хочу еще масочки для сна. Что же мы дальше распакуем? Давайте же шоколад, потому что мы его выиграли. Вот такая вот упаковочка шоколад. Тут попадутся, может быть, Милка, все разные фирмы. Если вы захотите еще такие же сюрпризики, пишите в комментариях. Давайте же распакуем. И нам здесь попалась корона. Это молочный шоколад. Кто тоже такой шоколад ел, ставьте лайк или пишите в комментариях. Это шоколадку я делала очень давно,
Думаете, это что-то обычное? Нет. Я тогда любила очень экспериментировать. И вот тут такая вот мордочка. Шоколадка. Прикольненько. Распакуем пончики. Вот такой вот сюрпризик. С такой вот упаковочкой. Я его взяла у канала Piper Queen. Если хотите, подписывайтесь на ее канал. И какой же нам попался пончик? Вот такой вот он миленький шоколадный пончик. И осталось у нас 2 пакетика сюрприза. Давайте распакуем предпоследний Орео. Вот такой вот пакетик с сюрпризиком Орео. Давайте посмотрим, что же там внутри. О, нам попался обычный Орео. Вот такой вот он. Открываем последний сюрпризик на сегодня. Подушечки. Тут такая вот подушечка. Очень редко с таким вот ютубчиком. Давайте же посмотрим, попадется ли он нам. У нас таких сюрпризиков еще очень много. И нам попался ютубчик. Вот такой вот. Кстати, не забывай подписываться на мой YouTube-канал Марилка Дэ. Подписывайся скорее.